Бело-красно-черная символика, лозунг «За нас» и 90 городов Украины за спиной. Александр Пабот успел посетить практически все крупные города Украины в качестве лидера нового общественного движения «Народная армия спасения». Мы проводили акции протеста, митинги, акции непокори, и скрізь мы говорили людям. Треба об'єднатися. За цей час до нас приєдналося більше 10 тисяч громадян, більше 40 громадських організацій, з них 20 крупні, профспілкові комітети, так звані фахові об'єднання. Об'єднатися лідери общественного движения предлагают вокруг идеи спасения страны. По его мнению, экономические и политические кризисы в Украине – явные аргументы в пользу того, что власть в стране нужно менять. Та же наша власть. Это одни и те же люди за 19 лет. Они как вареники в макитре, знаете, как их не тряси, как их не дергай, они могут выше, ниже, справа, слева, но все равно в маслице и в сметане. Потому что надо поставить им четкие задачи. И потом конкретно спросить, как вы их выполните. Если они это не выполнят, а я уверен, что этого делать не будут, надо приводить своих, вот и все. Свои, по заверению Александра Пабота, это и есть простые украинцы, которые напишут свой план спасения страны. С этим документом общественное движение и планирует обратиться к действующей власти. Если они говорят, нам это не подходит, то, извините, это написал народ, причем максимально легитимно. По словам лидера общественного движения, украинцы уже предложили тысячи способов вывести Украину из кризиса. Присоединиться к написанию плана спасения страны могут и запорожцы. Свои вопросы и предложения можно оставить на сайте организации unas.com.ua или позвонив по телефону 8 800 500 42 00.